Заслышав музыку, в большой двор на улице Декабристов у дома номер 147 подтянулись жильцы. С днем города их приехали поздравить артисты. Такой развлекательной программой в честь праздника работники Комитета территориального общественного самоуправления Центрального округа решили порадовать жителей своего микрорайона. Событию предшествовала большая подготовка. Вместе с активистами коммунальщики обновили, отремонтировали и покрасили во дворах все конструкции. От имени лиц общественных организаций, от депутатов поблагодарить людей за те хорошие дела, которые были сделаны, а именно... Значит, общественные инициативы были претворены в жизнь. У нас, значит, каждый двор был обновлен, покрашены малоархитектурные формы. Значит, кое-какие формы были, значит, отремонтированы силами. Произошло очистка дворов от мусора, значит, посадка на клумбах цветов, рассады цветочные. Может быть, где-то кронирование произошло. Побелка, покраска. Значит, дворовой территории. Одна из активистов – Валентина Тимофеевна Маркова. Она давно работает старшей по дому. Рассказывает, как вместе с соседями принимала участие в подготовке к празднику. Они развесили во дворе флажки, фотографии с видами Омска. Организовали небольшую выставку поделок жильцов. За помощь в работе и неравнодушие она и другие общественники отмечены благодарственными письмами. За все, что вы делаете, мы вам даем благодарственное письмо от имени КТОС и даем такую же шоколад. Давайте, я тогда отдам. Очень хорошие эмоции. У нас, посмотрите, сколько много народу собралось. И я очень рада, что они пришли, и что я участвую все-таки в этом празднике. Так что, конечно, спасибо и КТОСу нашему, что он всегда... Что бы ни попросишь, он всегда откликается. И компания у нас хорошая. Поздравить своих избирателей с Днем города пришел и депутат городского совета от фракции КПРФ Геннадий Дроздов. Уважаемые жители города Омска, если мы с вами будем вот так вот добросовестно относиться вот к этим всем нашим вещам, то у нас город-сад будет действительно городом-садом, а не только на бумаге, а на самом деле он будет чистым, красивым, и в нем будет приятно жить. Празднику во дворе больше всего радуются дети. К ним приехали артисты цирка. Дрессировщица показала аттракционы с живыми змеями, а клоун развлек фокусами. Но вот обняться с рептилией согласились только самые смелые. Аплодисменты смелому мальчику! Завершился праздник дискотекой под живую музыку. Юлия Богданова, Сергей Чернов, Обком ТВ. Рядом стоять.